привет, ребят! Сегодня у нас будет влог. Сейчас мы идем гулять с Миланой. Плаза. Сегодня у нас будет самый шикарный влог. Следите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, все, ребят, мы уже вызвали такси. Сейчас едем в Достык Плаза в ресторан. Посидеть там, снимем крутой влог. Погнали, ребят. Ребятки, уже выходим. На улице снег. Ребятки, мы уже сели в такси. Сейчас едем. Ребятки, мы уже приехали в Достык Плазу. Здесь уже елочка вот там стоит. Вот так новогодние песни уже, ребятки, идут. Очень красиво, ребят. Кафе пойдем, ребят, вот сюда пойдем. Да, кафе Централ. Здесь все новогоднее, новогодняя атмосфера прям, окунуться в Новый год. Милана, это же квартиры, да? Да, это квартира, у меня там здесь на 20 этаже квартира. Вот, ребят, смотрите, как красиво здесь. Осторожно, чтоб не упасть. Ребят, на улице минус 5 сейчас, да? Да. Минус 5 или минус 1 где-то, да? Ребятки, мы пофоткались возле этой прекрасной елочки. Сейчас заходим уже. Вот так вот здесь все прекрасно выглядит. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас передвижение в музыке. Оденьте, пожалуйста. Ребятки, мы уже зашли в кафе. Сейчас идем на второй этаж. Здесь двухэтажный ресторан. Я здесь первый раз. Ну, выглядит здесь все очень красиво. Новогоднее уже все украшено. Елочки стоят. Что, пошли, Мила? Куда сядем? Вот эти здесь так красиво. Сейчас. Здесь вот, ребятки, аквариум с рыбками. Или как это называется? Вот здесь тоже есть, ребятки. Здравствуйте. Ребятки, мы уже сняли верхнюю одежду. Сейчас сидим. Вот здесь сидим, ребятки. Дали нам меню, ребятки. Сейчас будем смотреть, выбирать. Очень голодные, да, Мила? Да, я еще ничего не кушала. Не обедали мы еще. Здесь вот такой вот вид, ребятки, из окна. Очень понравилось это кафе. Ладно, что вот это вот? Это такой, типа интерьер, да, такой? Богатый. Такие вот люстры, ребятки. Вот, ребят, будем смотреть меню и заказывать еду. Ребятки, мы уже пришли в кафе. Уже заказали еду. Заказали мы 2 бургера с Миланой. Я себе десерт заказала. Милана что-то не хочет десерт. Вот наши бургеры уже принесли. Okay. Это идет имбирный соус майонез и имбирный фреш. Вот, ребят, пожелайте нам приятного аппетита. Мы будем обедать уже. Ребят, очень классный ресторан. Обязательно приходите сюда. Я заказал себе лимонад, лесные ягоды. Пробуем сейчас и оценим. Ребятки, мы покушали уже. Еда очень вкусная. У меня себе заказал какой-то бургер непонятный, с сухой булочкой. Ничего попало. А вот у меня гамбургер очень вкусный. Я заказал себе черный бургер.
Какая-то булочка очень сухая. Ну, мясо, да, вкусное было, но опять тоже сухое. Короче, бургер был сухой. У меня есть из 10 6. Соус был очень вкусный, ребят. Принесли вот такой вот очень красивый десерт, ребят. Какой-то фисташковый или такой? Это меренговый рулет. Меренговый рулет какой-то там с ягодами, ребят. Попробую, как это вот так вот. Давай быстрее. Возьмем вот так вот. Очень вкусно. Вкусно, да? Вообще. Теперь я попробую, ребят. Ребятки. Центральное кафе, да, да, стыки сижу. Ты чё? Какой-то он приторный, Милана? Знаете, такой Волк кислый. Ну, мне понравилось, нормально. Ребятки, мне принесли десерт, очень вкусный. Мне он очень понравился, какой-то необычный крем. Сейчас я вам покажу вкус в разрезе. Сейчас. Вот такой. Сейчас фокус сделаю. Вот такой вот, ребят. Вот так вот. Очень вкусно, ребят. Ребятки, мы уже покушали. Все блюда были очень вкусные. Сейчас мы идем погулять. Сейчас мы идем гулять. Здесь вот есть торговый центр. Сейчас пойдем так погуляем. Там очень красиво. Сейчас все новогоднее украшено. Ребятки, мы зашли в Марвин. Здесь он самый большой. Здесь вот игрушки есть разные для детей. Вот такие вот есть котики. Гирлянды есть. Смотрите, это все для Милорда и Марселя. Вот это их хай, ребят. Только машинок, ребят. Hot Wheels. Мечта Милорда. Дюрасел есть. Вот. Много игрушек, машинок. Милорд бы здесь затерялся, ребят. Смотрите, ребята. Вот такая вот есть. Вот такая вот. Маршмеллоу есть вот такая. Столько здесь воды, ребят, разные. А вдруг не вкусно? Что? Здесь вот тоже напитки вот. Смотрите, ребят, сколько здесь сладостей. Вот таких вот. Ну, у нас по 30 штук. Милки Вэй. Милки Вэй. Вот такие вот есть. Вот такие вот есть. Вот это вот возьми, Милана, научишься готовить. Вот, все на. Розовая, серая вот. И огромная. Сколько стоит сейчас вот такая вот маленькая?
сейчас скажу вам. 5000 тенге, это 1000 рублей стоит вот такая вот. Ну, так примерно... 8000. 8? Ну, это где-то 1800. 1800 рублей. Ребятки, здесь еще один магазин есть. Enjoy. Вот такой у нас сладости, ребят, тоже здесь. Такие вот... Вот он здесь вот такой вот выбор напитков есть. И вот такие вот глазки есть. Ребятки, вот здесь еще есть вот такие вот американский завтрак. Чипс вот такие вот разные. Ребятки, мы там купили жвачки, вот такие вот кислые жвачки. Милана, ты тоже купила, да? Жвачки вот такие вот. Набрали всякого. Да. Сейчас идем вниз, ребятки. Ребятки, мы, короче, уже идем на выход. Кусаем жвачки и идем гулять. На улице прекрасная погода. И еще в городе плюс очень красиво. Покажем вам вид. Вот. Какой ветер дует. Вот так здесь очень красиво. Уже у нас горят вот эти светляшки. Гирлянда уже горит. Пойдем, да? Такой воздух, ребят. Очень свежий, потому что мы находимся... Город буквально отсюда в 10 минутах, 15 минутах находится Шумбулак. Пойдем дорогу. Ребятки, мы уже вышли с Достык Плазы. Сейчас идем гулять. Потом по дороге вызовем такси где-нибудь. Да? Угу. Здесь близко есть как тебе, ребят. Очень близко здесь. Здесь вот есть ресторанчики, квартиры. Вот здесь вот. Вот здесь вот, ребят. Вот здесь. Ребятки, мы все-таки взяли себе Starbucks. Гуляли-гуляли. А здесь вот есть вот Starbucks, ребят. Здесь вот у нас канатная дорога Коктюбе. Здесь недалеко. Вот мой кофе, Мила. У нее у Миланы вот средний, у меня большой латте с ванилью. Буду пить, ребятки, очень вкусное латте. Есть, я люблю фраппучино шоколадное и латте вот люблю. Очень вкусное готовят. Сейчас погуляем. Здесь вот есть парк. Здесь вот, вот парк здесь есть, ребятки. Мы гуляли. И сейчас уже вызовем такси. Будем уже ехать домой. Время 7 часов, 19:20 время. Вот так вот, очень красивый парк сейчас. Вот, все заснежено, елочки. Будем гулять мы, ребят. Да, и как красиво, здесь памятник вот такой. А Абай Кунанбаев, это у нас в Казахстане поэт был. И вот, ребятки, такая вот площадь здесь. Здесь летом гуляли дети, играли. А там вот Коктюбе вот написано. Коктюбе. Абай Кунанбаев. Вот. Такой вот кофеечек. И вот памятник. Идем дальше, ребят. Сейчас уже скоро вызовем такси. Потому что холодно, ребят. Вечером еще холоднее. Да у меня средний размер. Вот я кофе не особо употребляю. Не любитель кофе. Не любитель кофе. Я люблю кофе. Со сладким. Вот такой вот небоскреб, ребят. Милана, что это, отель? Это знаете, что за гостиница? Это гостиница моего дяди. Уже приехало такси. Мы вызвали. Сейчас уже едем домой. Вот, садимся в машину. Когда сяду в машину, это вам сниму. Едем домой. Ребятки, мы уже сели в такси. И сейчас уже едем домой. Встретимся уже дома. Ребят, всем пока. Увидимся в следующем ролике, в следующем видео. Всех с наступающим Новым годом. Ну, давай, пока. Ребятки, я по пути заехал, оставил Милану домой и приехал я домой. Если вам понравился этот влог, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.
жмите на красную кнопочку подписаться, вот она, и не забудьте колокольчик, чтобы вы первые смотрели наши новые видеоролики и на мой инстаграм, ребята. Вот мой инстаграм, Углы Милан, обязательно подписывайтесь, всех вас очень жду. Ссылка на все мои соцсети в описании этого видеоролика, обязательно заходите и подписывайтесь, всех жду. Ну все, всех люблю, обнимаю, до новых видео.